В Хабетском районе открыли мемориальную доску Назиру Хизировичу Хапсирокову. Торжественное мероприятие состоялось на территории детского сада «Нарт» в поселке Бавука. В честь дня рождения Назира Хапсирокова его именем назвали дошкольное учреждение. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Самое большое утешение в жизни человека – это добрые дела. Большие и малые. Таким было жизненное кредо Назира Хапсирокова. Авторитет и знаток Кавказа. Он посвятил целую жизнь развитию социальной сферы и поддержке молодежи. Со словами приветствия и поздравления со знаменательным событием, к жителям поселка Бавука обратился глава администрации Хабетского района Тимур Жужуев. У нас был по-настоящему легендой. Человеком, который мог одарить теплом сотни людей. И сегодня вот это мероприятие важно, потому что он смог создать условия для сотен детей, одарить их теплом, создать для них условия достойного пребывания. Спасибо вам огромное за то, что вы чтите тех людей, кто действительно этого достоин. Детский сад «Нарт» был открыт в 1971 году. Благодаря Назиру Хизировичу в 2007 здание приобрело красивый и уютный вид. Он помогал школам, больницам, детсадам и спортивным школам, считая, что это лучшая инвестиция в будущее страны. Его имя присвоено 9-й гимназии Черкеска, Дворцу культуры в Хабезе и детскому саду в Бавука. Право открыть памятную мемориальную доску предоставили главе администрации Хабезского района Тимуру Жужуеву, Умару Хапсирокову, юной воспитаннице Таймии Бимурзовой. Мы коллектив детского сада «Нарт» поселка Бавука обещаем, что с большой гордостью мы будем носить имя легендарного человека Хапсирокова Назира Хизировича. В родном Хабетском районе, Карачаево-Черкесии и в соседних республиках Назира Хизировича высоко ценили за жизненную позицию, профессионализм, да и просто за добрые дела для блага общества. Его сын Умар Хапсироков рассказал, что для него отец – эталон мужества и справедливости. Назир Хизирович был хорошим отцом, товарищем, другом и примером для подражания. И мы всячески стараемся соответствовать ему. Да, быть достойными, порядочными людьми, не забывать свои корни, помогать своему народу. Он действительно всю свою жизнь старался всячески помогать людям. Его дела, так скажем, живут, процветают. Много слов было сказано в этот день о Назире Хизировиче Хапсирокове. Он жил во имя жизни, во имя высоких целей и смог оставить на этой земле особую память, которая будет жить в сердцах будущих поколений. Торжественная церемония завершилась возложением цветов. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Хабетский район.